Русская речь без мата, все равно, что свадьба без музыки. Звоночек слышите? Это Максим, короче, опоздал на электричку. У нас опять проблемка. Это... Короче, мы так посчитали, порешали, что мы обнулились. Никуда не торопимся сегодня. Че разлегся? Погнали. Никогда такого не было. Давно ничего не записывал, и вот опять. Звоночек слышите? Это Максим, короче, опоздал на электричку. Ну, капец. Сейчас будем что-то переигрывать. Электричка только что ушла, все, никого нет. Макс тоже там. В 3 километрах не доехал. Ну что ж такое, ну. Все? Ну ты капец. А чё ты? Ну вставать пораньше надо. Ты виноват. Кого я виноват? Мангал. Давай, скажи вступительное слово. А чё, вступили мы на этот перрон судьбоносный. Сейчас у нас 10 километров трассы, так как мы опоздали на электричку, чтобы вернуться в точку первоначального плана, нам надо 10 километров проехать по асфальту. У Макса новое седло. И он тут с настройками борется. Или они борются с ним. Я-то их победю по-любому. Хочет их побороть, настройки. Ну, тут обнова, вот крепление для телефона. Такое, фонарь. Ты сейчас там распишешь, ну, велосипед станет в зоне риска. Подседельная сумочка, ну-ка. О! Это то самое ценное. Всем пока, вдруг там памперсы. Смотри, 2 отсека, да? Верхний и нижний, да? Что ты велообзор устраиваешь? Ну, короче, хорошо. Все хорошо. Ну, короче, все хорошо. А, ну еще гидратор, да? Да. Гидратор тоже тема. Но я что-то не брал в этот раз. Ну, я в первый раз взял гидратор. Вообще. Регидратор. Ты взял регидрон. И регидрон, и гидратор. Сегодня весь такой по науке. Педальки какие. Геор хорошо. На палец очень давит. А, давит на палец? На стопу. Ну, не сильно давит. Да у тебя такие дискомфорт. Шузы еще не велосипедные, конечно, ну, давит. Даже с жесткой подошвой они чувствуются очень хорошо. Надо же подошва, чтобы полностью была жесткая. А, у нас тут, кстати, 1 килограмм шашлыка. Вон там уже отсырело даже. И сейчас у нас будет через 30 километров привал. Сейчас у нас круг назад такой 9-километровый. Ах, Макс-то на сликах у нас. Это у меня грязевочка. Сейчас как кочегарит, ищи потом его. Погода очень велосипедная, кстати. Жары нет, прохладца такая, немножко душноватая, но нормально. Макса сегодня день не задался. Мало того, что опоздал на 5 минут где-то на электричку. Сейчас у него там цепь слетела, короче. Ну что там у тебя? Закусила цепь? Откусила? Да, видишь, на откушенную доехала. В смысле, закусила так, что сложно вынуть было ее, да? Ну да. А, ну у меня такое было. Теперь местные велодороги. Красота. Сейчас все будет. Там будет нормальная дорога по полям. Ты что ты опять выдумываешь? Максимка правильно матерится. Все будет пучком. Да каких клещей? Тут нет. Смотри, какие здесь джунгли. Крепление для телефона уже все, прям смотрится так это.
стильно, модно, молодежно, серьезно, современно. Уже не просто. Низко снова учится снимать. Разучился, потерял здоровье. Так. Поезжай, не разгоняйся и все. Ой, ну мы вот так вот катаемся, матрасно, казалось бы, да? Но тут вот неудачный банихоп, шипы на педалях и вот такие вот дела у нас. Бани. Кровавые. Заяц, вот и хопнул. Еще 20 километров проехали, что-то все никак не доедем никуда. Сегодня у нас матрас прям, матрас. Никуда не торопимся сегодня. А так все замечательно. Комары не кусают. Что было замечено только сейчас. Отмечено. Нас машины вон догоняют всем. Как позорники тут. Сейчас еще и узнается, что Максим забыл два салата с морской капустой, припасенные для похода, для нашего. Тут поездка не назовешь, это поход какой-то сегодня получается. Ну ничего, поездка у нас еще будет. Сейчас у нас до места стоянки осталось немного. Будет живописная речушка. Обрастаешь протектором просто. А ты говорил, протектора нет. Вон протектор появился. Одноразовый протектор, ну. Ну, поехали. Будет хорошая грунтовочка, накатистая. Куда ведет дорога нас? Не знаем мы. Нас, короче, уже подплющивает. У нас что-то вода кончается, а я горелку не взял. Я гидрач выкинул. Еще и гидрил. Гидропак 2 литра воды хороший вылил. Полтора плохой воды вонючий. Я тут местность-то не особо знаю, второй раз всего здесь. Вот сейчас ищем место какое-нибудь для обеда нашего, для пикника. Русская речь без мата, все равно что свадьба без музыки. Ну что, я считаю, нормальное место. Костер пошел. Че разлегся? Погнали. Куда? Зачем? Зачем? Смотри, пузо отрастил как-то. Волосатая. Охренеть. Это как бы умение на самом деле. Не каждому дому. Все, мы покушали. Теперь надо двигаться. А двигаться сейчас в гору. Короче, мы так посчитали, порешали, что мы обнулились. Сейчас заново поедем. Часа полтора, наверное, мы тут сидели. Весь результат заелись, я помню. Заелись. О, бурундучок он побежал. Бурундучок, Чип и Дейл. Смотри, какая красивая. Сейчас положим на место. Ну, она чисто ночная. Да? Такая, смотри, вблизи посмотри. Я видел таких. Вообще, да? Красавец. О, здорово, здорово. У нас опять проблемка. Это, нет, ничего там стучать у меня. Опять проблема, он закинул цепь. Ну что делать, надо отгибать вот эту. Приближаемся к Владивостоку уже. Макс страдает на сликах, накачанных там до одури просто. По такому-то вообще. А это покрытие Макса просто добило. Вот этого. Для сликов-то. Ну ничего, вроде едет. Нормально. Не страдай, не страдай. Ha 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 ha
твой любимый асфальт. Как мог тебе просто скрашивал жизнь асфальтом. Ну, наверное, на этом будем заканчивать, да? Никто не слышит. Давай, удаляйся в точку. Закат. До попадчения, можно пока. Давай. Ну и я поехал. Спасибо, что посмотрели это видео. Поматрасили сегодня вдоволь. Я так медленно не ездил очень давно. Спасибо, что посмотрели это видео. Поехали дальше.